Чего? Что делать? Да ладно! Чего, ребята? Смотри, как он меня поджимает! Всем привет, друзья! Вы на канале Cool Games, и сегодня мы с вами наконец-то будем проходить мод на табе в игре Friday Night Funkin'. И специально для этого я включил вебочку для того, чтобы вы могли меня видеть. Ведь здесь будут супер бомбезные треки, и возможно я даже ничего не буду говорить, буду просто наслаждаться этой музычкой. И еще, самое главное, здесь будет русский язык. Ведь Таби, он чувак из России. И вообще всю историю, я надеюсь, мы здесь узнаем с вами по сюжету. Но если мы не узнаем историю Таби, то в конце я ее вам расскажу. Итак, давайте начинать. Оформление, смотрите, сердце. Нож воткнут в сердце было. Я не знаю, с чем это связано, хотя я догадываюсь. Вы сейчас сами все поймете. Так. Здесь у нас туториал только и вот сразу Таби. И, кстати, давайте я попробую начать с харда. Я знаю, что в конце Таби будет жесткий. Я не видел, какой он будет, но мне просто мой сын говорил, он видел. Вот, я начну с харда. Мы попробуем. Если у меня не будет получаться, тогда я уменьшу сложность. Фух, ребят, ну что, ставьте лайк и погнали. Так, сразу находим кнопочки. Фух. Приветик, бойфренд, говорит girlfriend. Бип. А, ну он всегда так отвечает, в принципе. Я хотела тебе сказать, что приглашаю тебя в ресторан. Бип. Хороший друг моего отца, ну, мой дядя, пригласил меня туда по какой-то причине. Скуп-бип-доп-скуп-бип? Спрашивает бойфренд. А, еще он как раз выбрал мой любимый ресторан. Интересно, откуда он узнал? Задумалась girlfriend. Подозрительно, да? Неважно, я хотела тебя взять с собой, чтобы вы наконец-то встретились с ним. Он же мой дядя. Бип, согласен, бойфренд. Пошли. Отлично, тогда я закажу вам. И что ты закажешь? Итак, они отправились в ресторан на такси. Вот ресторан. Классно, что на русском, классно, что показывается все. Ты бойфренд такой маленький. Эй, бойфренд, мне нужно в дамскую комнату. Подожди меня тут. Бип, скип-бип, говорит бойфренд. Ахахах, ладно, ладно, так уж и быть, разрешаю вам провести меня до туалета, мой любимый кавалер. Стеснительные бип-бопы, ха-ха. Окей. А, хех, люблю тебя, говорит girlfriend. Что? Таби? Вот она увидела Таби, ребят. Опачки, опачки, здесь начинается. Скип? Спрашивает бойфренд. Черт, смотрите на нее. О, смотри, какое у нее лицо стало. Таби, Таби, Таби. Значит, после целого года пряток мы наконец с тобой встретились. Выглядит напряженной, смотрите, она вообще в шоке. Хм, а ты кто еще такой? Я так понимаю, он говорит на бойфренда. О, бип-боп-скип-скбип. Значит, ты нашла нового жениха уже? Не так ли? Слушай, малыш, это мой бой, не твой. Оставь нас с ней одних, уходи. Бип-боп-скоп. Скбоп. То есть бойфренд не сдается никогда. Смотри, кулак жал, типа, нет, я буду биться за нее. Надеюсь, ты понимаешь, что она использует тебя для своей выгоды. И тут начинается, ребят, все. Так, стрелочки, я готов, это хард. Смотрите на girlfriend. Фу, ей нехорошо точно. Ладно, нам нужно отбить ее. Треки класс. Я промазал немножко? Нет, даже не промазал вроде бы. О!
Музычка класс, просто бомбическая. Бедняга girlfriend. Ну Таби реально уничтожает, ребят. Я здесь справляюсь, но это первая песня. О! Так, у меня 10 промахов, да? 94% попаданий, неплохо. Но посмотрим, что будет дальше. О, здесь нужно спам, конечно, иногда подрубать. Класс, мелодия вообще топчик просто. Там пам 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 пам. Ух, ребята, я выдержал. Ждем продолжения истории. Это хард все-таки. Но мне интересно, чем все закончится. Ха. Как ты не понимаешь, что она использует тебя лишь для своей собственной выгоды? Использует так, как использовала меня когда-то. Теперь посмотри на меня. Кто я теперь? Летающий череп с невидимым телом? Я потерял все. Смотри. Получается, с Таби кое-что сделали, ребят. Он раньше был настоящим человеком, обычным человеком. Но давайте посмотрим, что будет дальше. Бип-боп-бип-боп-скоп-скд. Бойфренд, как всегда, отвечает непонятно что. Слушай сюда, это твой последний шанс уйти. Я не остановлюсь, пока не доберусь до этой мелкой стервы. Проваливай сейчас же или узри последствия. Что-то он задумал. Бойфренд промолчал, он не собирается уходить. Хорошо, не хотел я причинять тебе вред, малыш. Но ты мне не оставляешь выбора. Раз так, то я убью вас обоих. Чего? Че за жесть? Ладно, держимся. Ох, треки сейчас будут, ребят. Дальше продолжаются суперпушечные треки. Так, так, так. Поехали. Хард, хард. Промазал. Смотри, как разгоняется музычка, а? Реально разрыв сейчас будет. Таби реально, смотрите, жжет вообще жестко. Разогнался, он реально злой. Музычка топ, топ. Я не знаю, как я еще что-то попадаю здесь. Попаданий, неплохо. Поехали. О, что это было? Таби, остановись, пожалуйста, Таби. Чего? Чего? Да ладно! Ребята, просто жесть. Что здесь творится? Жесть! Музычка класс. Чем же это все закончится? Жесть, жесть. Мне приходится реально спамить. Чего? Да ладно! Так, что дальше? Темнело все. Таби, ты что задумал? Смотри, у него кнопка! Он все взорвал. Смотри, покалеченные girlfriend, boyfriend и Таби покалеченный. Но они выжили? Как? Живые? Не так ли? Жесть, он просто взорвал ресторан. Он всех взорвал там. Таби, ты чего?
Выглядит напуганной. Конечно, напуганной. Как вообще в живых-то она осталась? Напуганные бибопы. Хах. Думала, я тупой. Я знал, что ты приведешь кого-то. Охрану, например, или головорезов. Но его... Бибопскбит. Мне все равно. К черту, я убью ее любой ценой. Даже если мне нужно будет взорвать целый мир. Все для того, чтобы эта маленькая дрянь и ее папаша страдали. Сдохните. Таби не шутит, ребята. Походу мне хана сейчас будет. Финальный раунд. Поехали. Че за черные стрелочки? Что происходит? У него рог сломан, смотрите. Чего? Что делать? Да ладно! Чего, ребята? Смотри, как он меня поджимает! Кстати, анимация. Смотрите, какая нож воткнул. Ладно, я попробую. На харде еще раз. Жесть, Таби не шутит. Ну, учитывая, что он просто взорвал все, он точно не шутит. Может попробовать спамить? Не знаю. Здесь спам не поможет, походу. Он так поджимает жестко, смотрите. Просто жесть. Жесть, просто. Смотри, как зажимать. Держусь. О, нет, все, мне. Не дает шансов. Просто не дает. Мне нужно всегда его держать в той стороне. Я еще раз рискну. Походу, на харде пока что мне рановато с ним сражаться. Смотрите на girlfriend. Че с ее губами происходит? Поехали. Пока что это самое сложное, что я видел, ребята. Все, мне хана. Все, зажимает. Шансов нет. Последний раз пробуем. Здесь вообще ничего не помогает. Никакой спам, ничего. Хотя, может быть, если жать, попробовать. Спамить максимально просто. Все, сейчас зажмет меня. Мне нужно всегда его держать просто в левой стороне. Все. Нет, ребят, короче, это жесть. На харде это нереально. А я сейчас что сделаю? Наверное, поставлю нормал. Попробую на нормале. И дойду до третьего раунда. Первых два вам уже не буду показывать. И сразу для вас я продолжу уже третий раунд, но на нормале. Погнали. Итак, ребята, третий раунд на нормале. Попробуем. Фух. Таби не шутит. Кнопочки работают. На нормале это? Что произошло? Он меня зажал. А, смотри, не так зажимает, не так поджимает уже. Все, мне хана. Нет, как-то еще... Чуть-чуть осталось. Нет. Пожалуйста! Нет, Таби, успокойся! Подожди, Таби, чё творишь? Говорил же мне сын, даже не лезь на харде сюда, да я на нормале пока и не могу. Говорит, типа, ты на сорвента потренируйся пока что. Но я говорю, обещал уже зрителям, что Таби будет следующий. Жесть. Так, я просто уже расслабился. Чего? Я не понимаю, как тут.
Я не сдаюсь пока что. Походу нужно было изи врубать. Смотрите, здоровье тает у меня, просто тает здоровье. Просто молчу, ребят, просто молчу. Жесть, что с моим пальцем происходит, если бы вы видели. Нет, нет, 20% меньше, 15. Мне он зажмет, зажмет. Нет, 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 таби, таби. Нет, как же, почти, мне кажется, было. Но шансы есть, шансы есть. Продолжаем. Я уже весь мокрый. Ребят, вы не представляете, какая это уже попытка. Я даже сменил сзади цвет на красный. Вы понимаете, почему. Последняя попытка на нормале. Если не получается, я иду на изи, ребят. У меня уже забились пальцы, мышцы. Ну, отдохнул немножко, чувствуется. Реально пальцы забились, я уже понимаю, что я не успеваю нажимать. А мне не выжить. Нет. Все, если бы я отдохнул, я бы прошел на нормале. Вот я понимаю, я отдохну, и тогда все. А так у меня уже здесь все болит. Вот все, все. Эти нажимания... Попробую на изи, ребят, чтобы уже в этом видео добить все-таки таби. Ну, на изи, так на изи, если еще получится это сделать. Все, сейчас прохожу на изи до третьего раунда, и мы продолжим. Фух, ну что, ребятки, сложность изи. Финальный трек. Таби, что же ты наделал? Кнопочки. Здесь как будто сложность не уменьшилась никак. Нет, меньше, меньше. Да, полегче немножко стало. Но все равно не расслабиться. Ну, поджимаю его, поджимаю. Да, я его поджимаю, такой даже довольный. После стольких мучений. Ребята, нужна срочно поддержка лайком. Ну, на изи, конечно же, с нормалом даже не сравнится. Нормал вообще сложный. Карт я уже не говорю вообще ничего. А изи можно было и посложнее сделать, чуть-чуть. Это все равно все на спаме проходится. Ну, практически. Здесь просто не так отнимается здоровье, когда читают сам таби.
Смотрите, у меня оно вообще не отнимается. А, оно вообще не отнимается, поэтому я его поджал. Да, а до этого оно ж отнималось. Вау, музло. Он как будто говорит, Таби. Таби. Как будто так кажется. О, он меня поджал, вот это я расслабился. Это... Это еще не конец? Наконец-то! Продолжение следует? Продолжение следует? Ребята, когда-нибудь, может, я вернусь к Таби на харде, но пока мне рановато. На изи я с первого раза, в принципе, прошел. Нормал тоже сложно очень. Я не мог пройти, потому что там, когда читает уже сам Таби, у тебя отнимаются хпшки. И все, и ты потом уже ничего не можешь сделать. Но теперь я вам расскажу историю Таби. То есть я прочитаю эту историю, чтобы вы уже точно знали, что и как происходило. Таби и Girlfriend действительно встречались в какой-то момент времени, хотя через год они расстались. Когда они оба начали встречаться, он был начинающим музыкальным продюсером, у которого была страсть и любовь к своей работе, пока он не встретил ее отца. Отец девушки, будучи рок-звездой, хотел, чтобы его маленькая девочка была такой же, как он. Вот почему они оба начали использовать Таби в своих интересах. Прошли годы с тех пор, как они оба были вместе, когда Таби вдруг заметил, что его подруга использует его для своей карьеры и вообще не заботится о нем. А в свое время он даже потерял карьеру, помогая своей девушке стать звездой. Как только она поняла, что он все понял, в дом Таби пришли двое парней и похитили его. Он очнулся в каком-то переулке без одежды и, удивительно, без своего тела. К его удивлению, оно было невидимо, за исключением его руки, которая была из чистых костей. Он сразу понял, кто это сделал. Ее отец. И за это он отомстит, убив их обоих. Но он не убил. Он же не убил. Прошел еще год, он составил план и готов его выполнить. Вот, ребят, он выполнил свой план, но, как мы узнали, он их не убил. Но продолжение следует. Неизвестно, что будет дальше. Ну и вообще, как вы думаете, Girlfriend реально будет бойфренда также использовать? Вообще, она некрасиво поступила, просто использовали. А потом еще сделали из хорошего, наверное, человека вот такого монстра. Да, вот грустная история. Отец здесь точно злодей еще тот. Girlfriend, походу, тоже еще та девчонка. Ну что, ребят, все, наверное, на этом мы заканчиваем. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки за мои старания, за мои просто истязания этим модом. Очень много времени я на него потратил. Надеюсь, вы потратите несколько секунд, чтобы поставить лайк и подписаться на канал. Все, ребят, всем удачи, до новых встреч и пока-пока.